и мотор, а косоларка евро. У меня дизельный мотор объемом 4,2 литра, ест литров 18. Заправляю только евро 5 последним стандартом. Топливо хорошо сказывается на ходе, долговечности двигателя, не замерзает на холоде. Я из Душанбе, лет 5 уже занимаюсь грузоперевозками. Машина не старая, трудностей с ней не бывает, только садишься и возишь. Но вот ждать невыносимо. Грузят, отгружают машину, а ты сидишь и ждешь. Это утомительно. Проблема. Бывает, что 2-3 дня не видишь свой дом, а бывает неделями. Ну, хотя последние редко. Таджикистан ведь небольшой. Были в Хороге, друг залил некачественную солярку, и она просто замерзла. Из-за чего он не смог довести груз и был вынужден сделать дорогостоящий ремонт. Зимой нужно основательно подготовиться, взять цепи на колеса, залить евро 5. Только евро 5 чистая, не замерзает в холода, расходуется экономно. Мотор наслаждается. Еще километров 150 нам ехать.